что такое? Почему на продаже стоит за крепость? Ой, кому же не хотел выйти? Че, реально, а че он, да? Понял. Блин, вратаря дали, что ли? Техническое вражение, мы выиграли. Что-то подставили. Нет, он нормально стоит. Отдал, да, он его. Быстро. Резко трансфер свой организовал. Николай Васильевич, что же ты держал нас? Почему именно розовый? Вообще ребята захотели, он их все-таки пособрал в круг. И Александрович так, такую выбрал, я не знаю. Он нам просто обещал перед матчем круги собрать. Давайте, тюльпаны! Пусы там, на ветру. Аэродинамика нарушается. Есть, да. Кто у нас последний защитник? Рлён ты единственный, кто их заправил. Знаешь, что ты номер забрал седьмой? Лёва. А Егор, ну слышишь, что Макс? Умничка! Беги. Ну еще скоро. Капец он медленный. Очень медленный. Да, медленный. В конце раздумал, да? Там... Нет, то есть он мог так догнать. Вижу, уже чисто. И было бы больше вариантов. Как ты? Коля же не может добить. Это кто? Коля. Лучше охрана. Я думал, сам себе сейчас заказ. Я думаю, это этот. Вот так руками. Не, я думаю, это этот. Синий. Так, случайно. Я же синий. Вот смотри, кто на штанге стоит, как руки сделал. Ого! Гол. Вау! Что было? Это кто, Одинцов или что? Это крепость. Крепость такая, да? Серьезно, гол? Да для того, что вратарь не должен был там стоять, он должен был на ленте. Мне кажется, вратарь случайно это, конечно, сделал. Ну так, пишет. Не специально. Не за бабки, да? Слишком легко. Я уже 150. Он нападает. А ты уже там смотришь? Ну, снимаем опять. Ну, кто надо добивать? Ну, еще! Два-ноль? Ей! Оля, остановись! Это все Муслим сделал вообще-то. Ты видел, как он отбирает? Это лучше. Интересно, хочешь еще? Сейчас накидаю. 20-0. Ну у них... Нет, я если жарю. Уже 2 минуты. Беру там футбол, будет второй хоккей. У них, я же говорю, я посмотрел, у них это самое... Они в основном футзальники, либо это сам, у них маленькие поля, они не такие большие, они маленькие. Поэтому у них может быть и контроль лучше, но долго бегать они не будут. Угловой? Нет, не так лучше. Бей! Кто там? Он мог. Просто выбиваю. Да я на подачу играть? Не, ну по сравнению что? С теми амбалами, которые мы вчера играли, они такие... Ну, блядь, динам, такие огромные вчера.
вы бы видели просто. Мы 2-0 видим. Какой ход? Заказ. Это что такое было? Это что? Фишка! Семен! Что он делал? Ох ты! Кто забил? А? Оля. Ну кидай что ли быстрее, там Родион один же стоит. Он мог Родион, да. Да, Родион же стоит. Рукой кинь, все. Удобно, все. Шишкин не в нападении вышел? А, нет. Он вообще ближе к Оле. Что у меня тут? И подача. Угловой, да? А, с углового. Левый ее. Вы там поставил на штангу? На танк, короче. Ну, чисто с углового. Он же не там должен стоять вот так. Он не там должен стоять. Да? Да. Он на ленточке должен стоять. Ну. Давай, Ярик, такси! Ну, уже бить можно. Да, он бить не умеет. Пока еще не научился. Не сухой лист. Не, я больше всего... Смеешь, да. Защитником. Это... Я Джамиль. Да, да. Халаш с вратарем стал. А, да. Да ладно. Да. Да. Мы сами он вчера... Я он... первый вратарь на свеча. Второй. Ну, он по тайпу. Кто? Мус, давай! Мус, ним, ну, блин! Мимо! Давайте, давайте, толстейте, мы с вами будем играть как раз толстым. Жирует. А, это он понимает? Да. Понятно. Почему мы даже вообще не бегаете? Давай. И! Все. И! Ну! Макс, кстати, очень форму прям отдал. Намного быстрее. Давай, давай, быстрее. Давай. А Макс еще в комнату? Да. Чайки полетели. Макс купил, это я. Если сейчас пойдет так быстрее голы, то надо дешево. Туда можно всей команды сразу пишут. Да не медленно. Ну, что вратарь творит? Надо еще одного. Он своих ломает. Бей. Ну все. Понятно. Если так пойдет, надо будет еще одного игрока им набрать. Я за ним зайду в ворота. Гиперстен. Прикольно. И главное, чтобы они не расслабились, потому что они два года отбили. Макс, как обычно, шнурки завязывает. Ой, еще один. Насара! А почему-то, когда у нас вратаря не было, нам никто не дал. Ну. А вы бабки предлагали? Теперь же наоборот, нам хорошо, просто у них свой вратарь. Что он какой-то фигней является. Главное, чтобы он не забылся, что он наш. О! Чуть-чуть! Хорошо бросает. Сам дал он. А кто второй центральный защитник теперь? Там Оли. Защитник центральный. Да. Оли центральный защитник? Вообще да. С Максом.
на фланг. Центральный защитник. Давай, давай, Даня. А, Даня. Защитник? Он обещал нам, он обещал. Там Сава с этим. А, Сава. Да, с Лёшей. С Лёшей, да. Сава хорошо отрабатывает. Не, он быстро. То есть не сдается. Ты поговорил с кем? Нет, Лёша прав. Идём, он далеко вон у нас? Нет. Я так думаю, они сейчас пропустят голов там 5-6 и начнут рубить нас. Сейчас просто потеря будет. Ну это понятно, всё. Но они мини-футбольная команда. Вот в мини-футболе такие бы проходили. Ну задави его. Чисто. Фан-фан, тюльпан. Некрасиво. Я оттуда сейчас пробьет. По-любому бить. Пушка. Я понял? Я же бил, помните? Нет, возьмем. Против ОД как он пробил. В перекладину попал. Они разбирались. Оп. Давай! Еще! А мог бы левый пробить. Ну! Не туда! Это прострел. А мог бы левый. Не в те ворота! Ему сесть можно. Могли бы, чтобы было честно, Стёпу туда отдать, а не его. Хорошо. А как ты наиграл вообще? Да. Не, я же такое догоняю. Можно так? Подожди. Вау. Так же можно вот так себе перекинуть через голову. Оп! Нифига себе. Да, он хорошо бросает. Хорошо работает. Дальше, да. О, Родион. Что за для него? Да ему сложно все хоть. Что сказать? Нормально. Хорош. Судьи, походу, и жога. Не, ну это команда очень сложная. А буду там прижога. Где? Там. Сам говорил, деньги. Хорошо! А чё шишки? Шишки! Где мои голы, Данил? Где мой фэп? Оле, до конца! Молодец. Беги. Давай! Давай! Бей! Ой, ну, ну. На Арсения похож, да? Угу. У нас еще лучше, конечно. А кто-то выиграл? Я потом посмотрел на его удар. Нет. Я не помню, как его зовут. Сава. Сава, вот.
Мам, двигай, двигай. Хорош. У меня и так есть на карте. Ну! Давай, ну! Ай! Все пропустились! Сандро Коломби просто забыл. Сколько вратарь вышел? Мне кажется, он неуклюже. Иди на него! Ну! И наши падают, я не падаю. Там нет, иди туда. Ты домой, блин. Блин, вот реально, а я пошла туда, я думаю, нормально все, меня какой-то прогнал. Кажется, нельзя. Городе он. Почему ты сказал, поклянись? Вот это, конечно. Сзади, мяч! Ноги не отрывай! Ну сам! Ну, не так. Он еще ногами не он рукой как ногой выбивает. Да, хорошо, я еще выбиваю рукой. Офсайд. Искусственная лоба. Да нет, просто слушай. Алёша, оттуда ещё галешник забил. У нас вроде... Откуда, докуда у нас Никлас выходит? До центра. У нас когда у главы, он до центра. Ну, вот так должно быть. На него ещё Сергей Тимофей часть. Один пришёл. Это обманочка. Ой! Ну что, встали? Давай! Семён! Хорошо! Такой еще легкий колесник выглядит. Ты там от штанги. Ну только он. Нет, а ты. Вратар с мячом идет, она же отходит нам. Да. Надо же на него бежать. Мне кажется, тихо. Просто беги на вратаря, он ошибется. Да не, вы в это. Бей! Рука! Рука! Пенальти! Пенальти! Леша, бей!
Вы будете бить, что ли? Дай руку, дай руку. Ну, сейчас. А кто бить будет? Пойдите, скажи, за бабки сейчас забьем. Леша, Леша, Леша. Я вгоню его. Родион? Леша, бей! Леша! Бей! Мяч поцеловал зачем? Я промажу. Если промажу, то это я Леша. Я, он мяч поцеловал, он сейчас забил. Засос. Сейчас ножу вратарь отобьет пенальти. На добивание! Паненко, Паненко, Паненко. Его не хватит. Хотя, мне кажется, он не прыгнет. Он не прыгнет. Он за что? Да! На Лёшу посмотрю. Следующий пенальти Лёша бьет. А теперь пусть каждый забьет по одному. Чисто так. Чисто так. Вся команда. Чисто так для Что такое? Через все поле. Все, сейчас. Я штрафной, но вообще не зачем. Да это на экране фанат. Бей! Я вот даже все. Да! Вообще! Вратарь поздно. Осталось забить каким-нибудь. Я давал и потом за тренер так говорит. Главное, чтобы они потом его не запинали. И вспомните себя тоже, как проигрывали. Какой у вас самый крупный прожим? 10-1, да. Вот, вот. Так же играли. Только вот сейчас это... Вы посмотрели. Ну, блин. Ну, это вообще, ну, посмотрите. Ну, вот, честно, дорого. Ну, блин, ну, извините, они первый раз вообще в таком турнире участвуют. Нет, ну, вот у нас вот они побыстрее. Первый раз в таком турнире. Кому? Мне это эти классы. Тики-така пошла. Еще! Да еще! Он не Ярик, что-то. Да. Ярик там. Ярик там. Ярик там. Ярик там. Ярик там. Ярик там. Всю грязную работу всегда делает. Очищает за всеми. Надо, чтобы Леша все сделал. Да. Передаем привет Лужникам. До свидания, Лужники. Пойдем к ним. Зачем? Вам нельзя, кстати. Там же Лёва... За это могут оштрафовать. Там же Лёва сказал какой-то мужик, что он хотел. Куда Леша пошел вообще? Так он... А, Леша, выйди. Пусть выйдет, он совсем. Леша! Леша, выйди! Он вас Леша, знает, выйди! Окажется! Зачем он там стоит? Надо зачем? Надо к стенке отойти. Да, на уровень стенки. А если пассивная отсюда? Да нет. Ей! Быстрее, все, он даст. Погони. Дай, Родион. Беги. Все, Ярик. Давай! Такси, давай! Дальше! Побежала электричка. Рад! Не, он не догонит. Давай! Мне кажется, после этой игры тренерская. Че он так бомбардировщик? Бомбардиня.
Макс опять, видишь? Макс, смотри, опять шнурки завязывает. Ему, как боксеры... Ему на липучках надо будет сидеть. Как боксер скотч мажет. Вот! Ну! Ай! Чё это, братарчик? Или он обкурился? Только это наш братарчик. Ещё! Нет, там... Ну, он парировал. Бей, бей, бей! Блин, ну что ударить им мячи? Максим прям реально скорости очень прибавил. Догони! Макс! Игрока! А у вас есть какая-нибудь кричалка там? Лужники, лужники. Знаешь, ты вратарь. А на замену не можешь пойти? Нет. Замена не можешь?
тоже формы из кузова. А вот две формы или одна? Пока одна. Да не разрешают там. Если нам, выгонят, то выгонят. Нам бесплатно его дали. На этот раз. Бесплатно дали? Да. Выгонят, так выгонят. Нет, мне Леша рассказывал, что вы, получается, вместо 5 платили 6. Мы сейчас шестерку платим. И получается по 1000 собирали каждый месяц. Не-не-не. Мне Леша так шутил. Не-не. Лёва такой. Пойди пробей на всех. Нет, на чапу. Так ты больше что-то играешь? Знаешь, как играть? Пойди. Ну что, сейчас не играли? Ну у вас выгонят. Потом выгонят, так и выгонят. Нас оштрафуют потом. А, тогда я не хочу. Команду могут оштрафовать, да. Мы же не на... А мы... Пусть они к нам придут. Тогда точно как. Нет, это Артём бежит сам. Переводи! Ну, давай, все. Ярик! Да... Кто? А там не руки были? Нет. Какие? Нет. Штрафной. Леша, давай оттуда пушку. Нет, возьмет. Леша. Если от скольки только подобрать. Не, он сейчас бить. С угла вот так пустил. Да он просто да, сейчас он пробьёт. И все. Ну там нет вроде. Нет, там не было офсайда. Не было офсайда. И не запрещают вносить. С руки хотел, наверное. Разыграет 23-й открыть. Ну там хорошо вносит. Дай на Ярика. Ярик, дай. Все, побежал. Дай. Левый бей. Ну. Кто там? Почти, Ярик, почти. Сколько они играют? По 35. Мы по 35. Все по 35. Нет, ну правда, почему? Это у нас есть тогда. Вы знаете, что там? Почему Даня так низко играет, если он нападающий? Кто? Я не знаю, может. Мне кажется, где он находится? Левый! Он, наверное... И! Оттянутый нападающий. Я думаю...
Не, Сава, он думал, не выпустит. Не дай. Схавал. Реформа даже просто изменилась в ходе. Гетры другие. Не Дёма. Кстати, мы сильно имели. Стоим в сухую! Ну беги! Давай, 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 ну, давай, давай! Набирай еще нужно. Куда? Зачем? Да не, он правильно. И подача. Оля, бей! Бей! Макс, пушку заряжай! Ну ладно, что бьет. Это гол. Молодцы!